Всем привет! Вы снова на моем канале. Начала сегодня вязать новую пару тапочек с лебедочков. Вот такие вот у меня получились. Коричневая пряжа, овечья шерсть, тройная нить. Я туда вязала вот от пяточки до мысочка. Пяточка аккуратная, квадратная. Здесь у меня лицевая гладь. Вяжу на четырех спицах. Вот такое вязание получается. Это у меня вторая пара тапочек с лебедочков. Здесь провязала пяточку и начала вязать тело с лебедочков до мысочка. Планирую до вечера довязать следочки. Обвязывать буду вот такой ниточкой сверху. Серая вот у меня есть ниточка. Есть у меня ниточка вот такая белая. Чисто белая. Вот окантовочку вот здесь вот буду обвязывать. Окантовочку я делаю крючочком. Такой крючочек у меня 3,5. Окантовочку вот здесь вот буду делать белого цвета. Вот такие вот планы у меня до вечера. Довязать одну пару тапочек с лебедочков. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.